Выходные люберчане теперь смогут проводить еще продуктивнее. В Центральном парке культуры и отдыха начал работу бесплатный шахматный клуб. Сыграть в шахматы можно каждую субботу. Клуб находится на открытой площадке недалеко от входа в парк. Он работает с 12 до 17.00. Каждый, кто планирует провести выходной день с пользой для ума, может посетить клуб абсолютно бесплатно. Луиза Егазарян, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.